На центральной площади Михайлова собрались неравнодушные жители города и района, которые приняли участие в праздновании Дня России 12 июня. Организаторы праздника предложили всем участие в бесплатном розыгрыше праздничного приза. И, получив лотерейный билет, у всех появилась возможность стать обладателем утюга. Но это было в конце программы. Центральным событием дня стало вручение паспортов юным гражданам Российской Федерации. Депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров и глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров вручили главный документ гражданина Российской Федерации 18 ребятам, активистам школьной жизни, победителям спортивных соревнований, призерам и лауреатам творческих фестивалей и конкурсов. Ты такая нежная, вечеров печаль, грусть моя безбрежная, раненая даль. В тишине березовой, в сокровенный час, серебром колодезным ты крестила нас, серебром колодезным ты крестила нас в слезах полей. Живет надежда, любовь и сила. Храни тебя от горьких дней, моя Россия, моя Россия. Крестила нас, серебром колодезным ты крестила нас, в слезах полей, в крестах церквей живет надежда, любовь и сила. Гражданина Российской Федерации вручается Козеевой Виктории Алексеевне, обучающейся Михайловской средней общеобразовательной школы номер 1. Ваши дружные аплодисменты. Цыганковой Анне Александровне, обучающейся Михайловской средней общеобразовательной школы номер 1. Саякину Вячеславу Алексеевичу, обучающемуся Михайловской средней общеобразовательной школы номер 1. Васильевской Виктории Алексеевне, обучающейся Михайловской средней общеобразовательной школы номер 1. Перловой Софье Андреевне, обучающейся Михайловской средней общеобразовательной школы номер 1. Бочаровой Алене Алексеевне, обучающейся Михайловской средней общеобразовательной школы номер 3. Кутусовой Дарье Владимировне, обучающейся Михайловской средней общеобразовательной школы номер 3. Будукиной Полине Владимировне, обучающейся Михайловской средней общеобразовательной школы номер 2. Я
Ежокиной Жанне Анатольевне, обучающейся Михайловской средней общеобразовательной школы номер 2. Игнатову Владиславу Львовичу, обучающейся Михайловской средней общеобразовательной школы номер 2. Ястребовой Виктории Витальевне, обучающейся Михайловской средней общеобразовательной школы номер 2. Алевтериаде Дмитрию Алексеевичу, обучающемуся Михайловской средней общеобразовательной школы номер 2. Ваши аплодисменты. Грязеву Андрею Николаевичу, обучающемуся Первомайского филиала Михайловской средней общеобразовательной школы номер 2. Юрсунову Ибрахиму Ебубжоновичу, обучающемуся Первомайского филиала Михайловской средней общеобразовательной школы номер 2. Гайворонской Анастасии Сергеевне, обучающейся Поярковской основной общеобразовательной школы. Ваши аплодисменты. Буянкину Владиславу Ивановичу, обучающемуся Щетининского филиала Михайловской средней общеобразовательной школы номер 1. Руновой Алине Евгеньевне, обучающейся Стрелецко-Высельского филиала Михайловской средней общеобразовательной школы номер 2. Подинку Дмитрию Алексеевичу, обучающемуся Октябрьской средней общеобразовательной школы номер 2. Ваши дружные аплодисменты гражданам Российской Федерации. Я хочу сегодня поздравить всех, а особо поздравить наших молодых людей, которые сегодня стали полноправными гражданами Российской Федерации. Получение паспорта – это не только права, но и великая обязанность. Вот с этой обязанностью и с правами я вас поздравляю. А всех, дорогие друзья, я поздравляю с праздником Днем России. Хочу пожелать мира, добра, счастья, а главное, мирного неба над головой. Дорогие земляки, я очень рад быть здесь, на этой площади, вместе с вами. И очень хочется сказать, что наша страна многонациональная, с большой, великой историей. И, конечно же, мы, те люди, которые живут на этой земле, куем в дальнейшем свою великую историю великой страны. Вот сегодня мы вручили паспорта нашим ребятам, нашим землякам, нашим соседям, которые вступают в новую жизнь уже с официальным документом. Это новая ступень. Ребята, я хочу сказать вам, что гордитесь, что вы живете в России. Гордитесь, что вы живете в Рязанской области, Михайловском районе. Прославляйте свою страну своим отношением к учебе, к спорту, к родителям и вообще в целом к этой жизни. Ну а всем нам хочу пожелать мира, голубого неба над головой. Ну и, конечно же, всем нам трудиться на благо нашей великой и любимой России. С праздником, дорогие мои! Вместе с паспортом каждый молодой человек получил Конституцию Российской Федерации. Михайловцев, особо тех, кому вручили паспорта, благословил и поздравил с Днем России настоятель Екатерининского храма иерей Александр Рунов. Дорогие граждане нашей великой страны, всех вас от всей души, от лица Русской Православной Церкви и от себя лично поздравляю с Днем России. Конечно, сегодня особые слова для поздравления нашим юным гражданам, которым вручили паспорт гражданина Российской Федерации. Ребята, кто такой патриот? Вы знаете? Знаете, конечно же, я уверен. Вот. Кто такой патриот? Патриот – это тот человек, который любит свою родину только за то, что он здесь родился. Который своими личными достижениями старается для блага великой страны. Который
помнит и чтит своих предков, которые следуют традициям своей великой Родины. Вот кто такой патриот. Поэтому от всей души я желаю вам быть патриотами своей страны, так как вы наше будущее. Вы те люди, которые в скором времени примете кто-то бразды правления нашей страной, кто-то просто будет ее делать лучше, делать чище, делать сильнее. Поэтому, дорогие ребята, всем вам желаю помощи Божией. Желаю силы воли для преодоления всех проблем, всех невзгод, чтобы ваши родные, близкие и вся наша страна вами гордились. С праздником! Родительский наказ дала юным михайловцам Ирина Николаевна Перлова. Дорогие наши дети, позвольте поздравить вас с этим замечательным, знаменательным для вас днем. Вы все отличились в спорте, в школе, в общественной жизни. Мы гордимся вами. Сегодня такой прекрасный день, и хочется радоваться жизни, и чтобы этот день никогда, как говорится, не был хмурым, и чтобы всегда над нами светило яркое солнце и было мирное небо над головой. Я желаю всем счастья, здоровья и любви. И хочется всех поздравить с днем нашей любимой страны России. Пожелать всем здоровья, счастья, благополучия и, самое главное, мирного неба над головой. С днем России! Клешу в озера синие, поля ромашки рву. Зову тебя Россию, единственной зову. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой, грустить с тобой, земля. Красу твою не старили, ни годы, ни беда. Иванами да Марьями гордилась ты всегда. Не все вернулись соколы, кто жив, а кто убит. Но слава их высокая тебе. Спасает от жары. И мы надеемся, что вы будете поддерживать бурными обувками. Россия, Родина моя. Михаил, малая Родина. Как День России нам сегодня? Хорошо. Мне очень нравится. Очень нужный праздник. Воспитывает дух патриотизма подрастающего поколения. Праздник замечательный, особенно для молодежи. Хорошее настроение, праздник. Тем более получили сегодня новые паспорта. Все отлично, все прекрасно. И глядя на улыбающиеся лица людей, радуется и сам тоже. Вот Эдуард Иванович тоже сегодня радостный, веселый такой. Ну, как же это радость? Жизнь хороша и жить хорошо. А жить хорошо еще лучше. Ну, праздник хороший, правда. И вообще, то, что мы вспоминаем, что мы вообще в России живем. Праздник очень хороший. Это наш праздник. Праздник России. Да, я не шикарный.
все к этому благоволит. И жаркая погода, все вместе. День России. Праздник. Да, День России все-таки такой праздник, да, вот, может быть, мы сейчас только начали понимать, что он на самом деле есть для нас, да? Да. Тем более, ну, когда Союз распался, и теперь каждый как бы живет сам по себе, такой праздник нужен. С праздником! С праздником всех! Владислав Окороков, Александр Каратаев, Евгений Бостраков, специально для Михайлов ТВ. Миша Рокими, спереди.